И я не хочу умирать. Так, пожалуйста. Я жив, все хорошо. Блин, хорошо. Конечно, эпично, да? Эпично, но я хочу жить. Кролик, ты где? Кролик! Кролик, я тебя потерял! Привет. Ой, что ты так появился страшно? Я просто как бы, да, лучший игрок. Хайпиксель лагает, как вы видите. Давай верхний сундук, а ты два нижних, потому что как бы лох. Слушай, ну Хайпиксель, конечно же, дико лагает, но да ладно. Так, кролик, я не понял. Я не понял. А я план не слушал. Посмотри на меня просто. Ой, ладно, короче, да, вы, наверное, по названию ролика и по превьюшке уже все поняли, но я не буду сейчас сразу говорить вообще, что за тема ролика, но хочу сразу сказать то, что обязательно досмотрите до конца, потому что это очень важно. И вот, кроме, вот, когда мы вообще додумались до такого, ну вот когда мы договорились, ну ты сам понял, что? Ну, да, мы об этом думать начали, наверное, еще полгода назад. Реально, давно уже мы про это задумывались, но мы не думали, как это осуществить, а сейчас мы уже очень-очень сильно про это говорим. Ну, короче, сейчас я начну все рассказывать. Ну, вообще, мое знакомство с моим домашним питомцем, злым кроликом, началось... Где-то в 17... Криперы! Где-то... Стой, мой килл! Короче, где-то в 17 году мы познакомились со злым кроликом, я как раз где-то вот в 16-м, в 17-м начинал снимать, и в 17-м я немного уже начал как бы расти на канале. И я кролику написал, короче, такое сообщение угарное, сейчас вы видите это на экране, этот скрин. Короче, я написал кролику, типа, госсотрудничай, написал такое крутой, и кролик мне ответил нет. О, честно? Вот, но, в принципе, это можно объяснить, почему он так ответил, потому что, как бы, я, во-первых, был не такой популярный, как он в то время, и также я, как бы, ну, не такой был, наверное, скилл игры, ну, хотя не думаю, что это очень важно, но, по крайней мере, типа, меня тогда жестко хейтили. А за что меня хейтили, кроль? За накрутку, но я не помню из-за чего, скорее всего, я просто тогда любил в соло снимать каждый день, и мне с кем-то было очень сложно. Я понял. Ну, короче, да, он что-то у меня потом еще написал... Написал мне то, что типа, а что это мне все кидают твой канал, пишут то, что типа он накручик, всякое такое, но я ему что-то ответил то, что типа нет, я не накручиваю. Мы что-то с кроликом разговорились, как бы да, мой план сработал, и кролик меня позвал рекать, и тогда началось. Я никогда ему не спамил. Ну, да. Короче, ладно, если честно, я ему жестко спамил, потому что, как бы, ну алло, как бы я иду рекать со злым кроликом, злой кролик, ну и короче, я ему жестко всегда спамил, когда мы шли рекать, ну в итоге мы что-то с ним там порекали, в итоге он потом ушел с ютуба, значит, такой умный, ушел с ютуба, блин, какой-то тут рассказ про злого кролика, а не про мою тему, ну да ладно, короче, он ушел с ютуба, сейчас как раз скажу, и потом мы с ним начали просто играть в PUBG, он, конечно, на меня там бомбил, потому что, ну я просто не умел играть и не умею, в принципе, я это осознаю, я это знаю. Но в любом случае, все равно мы с ним нормально более-менее общались. И, типа, все было окей. Кстати, не убивай сейчас последнего человека, а это мой килл. Короче, мы с ним вот нормально, получается, общались, все было хорошо. Потом кролик сказал то, что он будет возвращаться на ютубе. Я ему, конечно, сказал то, что, типа, буду с ним рекать, я буду ему помогать, да, вот. И, в принципе, да, конечно, ссылка на него всегда в описании, подписывайтесь, да. Вот, и, кстати, скоро у него тоже ролик. Выйди со мной, я чуть не упал. И, короче, так, не убивай его сейчас. Давайте, наверное, в следующей катке уже начну рассказывать. Давайте сейчас я вас заинтригую. Короче, в следующей катке я буду вам рассказывать, как я со злым кроликом буду гулять в реальной жизни. А может быть, я с ним уже гулял, поэтому, в принципе, скоро вы про это уже узнаете в следующей катке. Так, кто повещал? Итак, мы нашли этого круто. Ну, в принципе, ничего нового. А, он живой. Да, я знаю то, что он живой, я просто в чем прикол, что, типа, он вот так вот будет убегать. Мне его не бить? Будь, наверное, на центре, потому что он может обратно тэпнется, и тогда убьешь его. Гоняем, он ловушку какую-то готовит, не вступает. Да, прокопал до дна. Он мастер драп. Ого, привет! Отлично. Не, ну ловушка, конечно, у него была мощная, давайте все, перейдем к следующей катке, и там будет, ну, просто самое интересное. Поехали. А вот мы заспаунимся сейчас на моей одной из любимых карт, и, кроме, тебе, кстати, нравится вообще эта карта? Нет. Капец, ну ясно. Я ненавижу. Ясно. Короче, да, в этой катке я сейчас расскажу уже про, ну, как бы, суть ролика. И давайте начнем с того, что, да, получается, там что было? Мы начали общаться нормально с кроликом, там играть, и... Меня жестко пролагало. Ну, короче, вот, мы начали с ним снимать нормально, где-то вот полгода уже.
уже когда вот, и в принципе потом кролику там заблокировали канал, но сейчас не об этом, уже у меня был про это видеоролик на канале, и получается, что дальше было. Дальше мы просто типа начали нормально так общаться, прям дружить с кроликом, снимать вместе, всякое такое, играть, и я не хочу умирать. Так, пожалуйста, я жив, все хорошо. Блин, конечно, эпично, да, эпично, но я хочу жить. Ага, отлично. Все, и получается, на чем я там остановился? Короче, мы с кроликом сразу же, вот где-то полгода назад, как начали нормально общаться, решили то, что нам нужно... Что сделать, кролик? Встретиться и... И погулять, побухать. Ладно, шучу, мы не бухаем. Короче, то есть, да, мы решили то, что нам нужно встретиться и погулять в реальной жизни. Но мы сразу тут задумались, типа, блин, мы живем в разных странах, это сложно сделать, для этого нужны и деньги, и типа, ну, хрен знает, получится это сделать или нет. И мы вроде сначала обрадовались, типа, а, ну что тут такого, типа, кролик поедет ко мне в Украину, все будет хорошо. И как бы... А потом оказалось то, что это, ну, практически невозможно сделать в мой город, короче, поехать. Вот, и получается... Ну, правильно человек, да, говорю? Да. Ну, давай продолжи что-то, если можешь. Ну, типа, просто россиян, которым, по-моему, от 16 до 60 хрен попадешь в некоторые города Украины. Да, то есть я нахожусь в таком городе, в который очень сложно попасть. То есть там нужно что-то писать про смерть близкого человека, чтобы туда попасть. Писать? Типа... Ну нет, там, по-моему, можно какое-то приглашение, но реально очень все сложно. Да, короче, там все очень сложно, и мы определились на том, что я поеду в другой город. Я даже не хочу говорить какой-то город, но в город, в котором русским, я так понимаю, разрешено, да, ехать? Да, да. И мы, короче, решили то, что... Ну, мы, типа, очень долго думали над этим. Мы реально, как бы, думаем уже почти полгода, серьезно. И поначалу мы думали то, что это все будет легко, и все, мы уже договорились этим летом встретиться. Вот, ну, в итоге вот так вот потом это случилось. И мы вот на днях решили встретиться в другом городе. То есть я поеду в другой город, но кролик приедет ко мне из России. Ты город же не скрываешь? Нет, из Коврова. Ну, то есть из Коврова он ко мне приедет, а я поеду в другой город. В принципе, кролику будет намного дольше ехать, чем мне. Меня там могут на машине как бы отвезти. Чел просто бежал. Ладно, а что кролю еще можно про это сказать? Не знаю, просто убить последнего человека, но... И в следующей гадке еще что-то придумаем, что сказать. Лучше бы ты, конечно, приехал в Россию, там на Игромир, все такое. Нет, так знаете, я хочу в Россию приехать, но, блин, ну, это тоже сложно. На Игромир никак? Думаю, нет. Ну сейчас поговорим в следующей катке про это. Короче, все, я его убил. Да, все, убил, переходим к следующей катке. Ну что, кроль, про что следующее будем говорить? Ну, это, ну, некоторые люди, наверное, подумали, что это наша мечта, что мы встретимся через 20 лет. Да, кстати, это не так, то есть это не просто как наша мечта, это реально мы хотим это сделать, и мы уже все обдумали. Хотя, по сути, это же мечта. Ну, это, в принципе, да, это мечта, но ее легко осуществить. Осуществляю. Будем осуществлять мечту. Короче, то есть, да, в принципе, мы уже как бы все обговорили, вам рассказали. Но всех интересует, когда же это произойдет. Ну, лет так через 20, да? Ну, плюс-минус, наверное, 22, думаю. Ладно, если что, это рофл. Мы хотим встретиться, мы вообще хотели этим летом, но потом появились некоторые трудности. И мы решили, когда встретиться? Чуть позже лета. Да, чуть позже лета, то есть осенью, в начале осени, там, не знаю, в октябре-ноябре. Но, опять же, чтобы вы понимали, это, в принципе, будет стоить, ну, недешево, то есть нам нужно будет еще, как бы, во-первых, нам нужно money, во-вторых, нам нужно, как бы, будет обговорить, ну, когда мне, когда кролику будет удобно. И я уже говорил, да, то, что мы, когда будем гулять, вместе что-то заснимем, да? Ну, да-да-да. Заснимем фит, давай заснимем фит, типа, петь будем. Давай рэп-баттл, животное против машины. Ну ты мне потом покажешь свою музыку. Я ее, конечно, никогда не слышал. О, слышишь? Я возьму, короче, кроль, я возьму, короче, колонку. Ты посрать, давайте скажем. Короче, говорить в город. Да. Короче, поедем мы в Киев. И я возьму, короче, колонку свою и будем ходить по улицам Киева и включать русский рэп, понял? Да, а прикинь, нас там по-любому кто-то может нас узнать. А прикинь, реально, а мы же рассказали, то есть мы будем когда-то в Киеве, как бы... подписчиками гулять. Да, как бы... Нам еще жилье нужно будет снять, мы с Илюшей будем вместе жить. Да, нам нужно будет, кстати, или снять квартиру, или в отеле. Я не знаю, мы про это еще подумаем, в принципе, это можно ближе к тому времени, как бы, решить. Вот, ну, я думаю, то, что можно будет, как бы, в отеле. Хотя, хз, реально. Ну, опять же, это вообще не будет дешево. Плюс мы как бы там... Мужичок, Марио. Х,
Hi, Mario. А, у него зомби бьет. А, он твой. Опа. Все. И остался чел, который на горе сидит. На самом верху ты, кстати, мимо него пробежал. У меня, кстати, 9 киллов, будет 10. Ну, это овощ. Ты вообще ждешь нашей встречи, как бы? Ну да, конечно. Да, это же реально, я очень хочу встретиться, в принципе. Мне вот только что Илья сказал, что... Он сзади. Мне только что Илья сказал, что там есть аквапарк, мы сразу увидим друг друга голодами. Короче, не, кстати, да никакая не есть скажутка, как бы, это правда жизни. Не, ну мы реально, типа, пойдем, скорее всего, в аквапарк, аэропарк. А он, ну, он, типа, же будет работать, да? Да, конечно, ну, думаю, будет. Вот, пойдем в аквапарк, там есть зоопарк, посмотришь на своих там братьев, сестер, как бы. Да, потом пойдем машины смотреть твоих родственников. Да, машины пойдем смотреть. Ну, вроде как мы все рассказали, давайте сейчас перейдем в дуэльки, там я все подсуммирую. Итак, ну давайте все, я тут уже все подсуммирую. Я сначала хотел в прошлой катке сказать, типа, пиццумую, это типа, короче, украинское слово, типа, подсуммирую. Я потом задумался, есть ли слово в русском языке подсуммирую. Ну да ладно, короче, не будем на этом зацикливаться, но вроде как мы, в принципе, все рассказали про это, то есть да, скорее всего, мы, не скорее всего, а 90% то, что мы как бы встретимся, погуляем, да, мы же как бы идем туда, во-первых, поснимать видео, а во-вторых, послушать русский рэп, да, Кролик? Ну, я не... Что, как он тут оказался? Он ладно. Телепортировался так. Блин! Я выиграл! Что? Ты выиграл? Да. Что? Ладно, окей, хорошо. Короче, спасибо всем за просмотр данного видеоролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Оставляйте свои комментарии. А с вами был я и... Злой Кроли. И всем пока-пока.